Кристоф, одолжишь повозку? И Свена. Что-то мне не по душе эта идея. Нет, ты не поедешь одна. Анна, стой, я смогу защитить себя, а ты нет. Послушай, я забралась на Северную гору, пережила холодное сердце и спасла тебя от своего бывшего, так что... Прости, но я с тобой. Решено. А я поведу. Я возьму еду! Мы присмотрим за людьми. Пусть они не возвращаются в город до нашего прихода. Не волнуйтесь. Надо предупредить их. Анна, я тревожусь за Эльзу. Мы всегда боялись, что ее магия слишком велика для нее. Теперь же я молюсь, чтобы этой магии хватило. Обещаю, я буду оберегать ее.